А перед началом данного ролика хотел бы вам рассказать, что в моем телеграм-канале стартовал розыгрыш на прокачку аккаунта. Условия, ну, очень простые. Просто подписка на канал и нажать кнопочку «Участвую» в данном розыгрыше. Приятного просмотра. Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Вы, как всегда, на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте EGDrop. Попал данный сайт на 10 тысяч рублей. Я думаю, по моим открытым уже здесь кейсам, понятно, что это уже не первое пополнение. Ладно, что ж. Обязательно. Если ты хочешь пополниться, просто вот сюда вот реферальный промокод Сёма вводишь. Loop Ют, LP Ют, точнее, вот так вот. И даст тебе 11% пополнение. Ладно, что сразу к акциям переходим. 10 тысяч спидпоинтов. Мало ли, может быть, когда-нибудь что-то хорошее отсюда нам с тобой дропнется. Ну, 1100 рублей, ладно, приятность какая-то имеется. Второй. Наследие. Еще 1000. Ну нет, ладно, 13 тысяч рублей того у нас с тобой имеется. В принципе, я надеюсь хотя бы сейчас 1020 выбить, потому что, ну, не ставила ничего в предыдущем ролике от слова совсем. Ну сейчас вот светящийся кейсик хоть какую-то надежду дает, на самом деле. Окей, того уже 2 кейса в нулях, 3 кейса в нулях. Ну, минус 200 рублей, это не критично. Ой-ой-ой, золотая спира, это за, чтобы за предыдущий депозит мой? Бобр, курва и еще перфорированная вода. Хорошо, давай дальше продолжаем. 559 рублей, но это сомнительное удовольствие. Еще давай. Ну давай что-нибудь насыпь. Ну или ты 9000, это прям максимум был твой, 900 рублей. Заметь, после 9000 окупов не было видно от слова совсем. Ну небольшой плюс, 70 рублей, но это сомнительное удовольствие, понятно. Значит, у нас еще есть кейсик бобр, курва. Где он у нас тут? Вот он. Поехали, откроем его один раз. 1200 рублей оттуда, кстати, выпало. Приятно, достаточно. Хорошо, все, что до 1000 мы вначале в первый контракт засовываем. 2400. Полетел у нас первый с тобой контрактис. Смотрим сюда. Получаем минус небольшой. Ну, уже неприятно. 4400. Сколько мы с тобой получим? Ну, окупи сейчас. Вот, вот. Вот это другой разговор. Хорошо. Того у нас... Получается продать все. Того 21 тысяча рублей. Это уже достойно моего внимания, достойно моего уважения, потому что предыдущий ролик не падало от слова совсем и нихуя. Ну как-то вот кровь в воде еще подлетит, но типа в нулину. Хорошо, в нулину, ладно, как бы это не критично. И один кейсик, я думаю, нам нужно с тобой открыть, конечно, с закаленной боя. Как же я его могу пропустить? 10 тысяч рублей за кейс тратится. Получается, что водная терраса, ну она, кстати, может стоить денежку, точно тебе говорю, 10800, ладно, продадим ее, плюс 800 рублей, вроде как бы и немного, и немало, приятно, так скажем, 2900 контракт сразу же запилим с тобой, че кота за яйца тянуть, правильно, получим 773 рубля, а если 7800, а, я уже заспойлерился, это классический нож патина. Кстати, это даже окупы какие-то пошли. Хорошо, ладно, ножичек мы с тобой оставим пока что. Гляди, что ты из него получится сделать. Давай, магический. Первый, окупной, кстати, x2, это приятно. Второй. Второй минус 1200, ладно. Третий. Минус еще 1000, того в нулях мы уже по магическим кейсам. Еще минус 1000 и все. Больше денег не хватает. Хорошо, вот это вот так, вот это так, 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 так. И вот так. Давай, ладно, 11 900 рублей контракт. В принципе, дорогой, но я надеюсь, хотя бы окупит. Ну, 12 тысяч. Ну, все, это, видимо, пик баланса, типа 30-ка. Два ножа. Окей, 29 тысяч рублей. В принципе, если он мне сегодня готов будет показать как-нибудь с божьей помощью на кейс за 40 нам с тобой хватит, то я буду более чем доволен. Даже если он нас сольет сегодня по итогу с таким балансом, я буду не расстроен. Ну, вулкан. Ну, ты же не стоишь 20 тысяч рублей, да? Ну да, 17. Ладно, тогда давай пока поношенное подкрываем. Гляди, что-то хорошее может быть нам с тобой поставит этот кейс. Ну, мало ли, как бы, да? Кровяное давление. Но это минус. Нет, это 300 рублей плюсом. Но это сомнительное удовольствие, на самом деле. Хочется как будто бы там 23 тысячи. И, в принципе, гадобьюда будет. Это минус, да? Да, минус 3000 рублей. Но потихоньку, медленно, наверное, мы сливаем баланс, как говорится. 26 тысяч сейчас поставь, пожалуйста. Пожелание на ночь. Ну, вы же вообще нихуя не стоите. 21. Ничего себе. Погоди.
24 тысячи вот сейчас ставишь, и я ухожу. Я ухожу, просто открываю кейс после полевых испытаний, и... Нет, это минус 200 рублей. А как-то, типа... Не знаю, лор, что ли, хотя бы поставь. Вот. Ничего себе сказал, просто вовремя в точку дал. Не хватает прям капелюсечку. Да кинь еще 23 нужно, чтобы ты поставил. Какой-нибудь хороший скинчик. Но вулкан, он не стоит же 23. Ну и зачем ты его суешь? Что за 14 тысяч рублей, боже мой. 20 тысяч, поехали. Ровно остается 1300 рублей на балансе. Падает изумрудный дракон, который нас с тобой не окупает от слова совсем и никак. 10 тысяч рублей у нас уже остается с тобой на балансе. И я тебя услышал. G-drop, поехали вот так. И апгрейд. Откуда скин за 500 рублей затесался, не понял. Хорошо. Поехали, ладно. Ну, на сколько? Ну, на 20 тысяч ставим. В принципе, я думаю, дай бог залетит. 33% шанс. Почему бы и нет, на самом деле. Но даже двадцатку уже и ту не ставит. Хорошо, ладно. Давай бесплаточки наши попробуем с тобой. Ржавый, каменкий. Обязательно откроем. Бронзовенький. Вот так вот пролистаем. Серебряный, в принципе, тоже можно пролистать. И золотого давай поглядим с тобой, конечно же. Мало ли что-то хорошее, годное нам с тобой сейчас отсюда шлепнется. Увалится, навалится. Ну ладно, это причал. Это не так уж и интересно. Хорошо, давай платиновый. Может быть, платиновый кейс как-то нас с тобой удивит. Но вообще, типа, тридцатку сайт дал. Тридцатку. Это, блять, это... Очень хорошо, кстати, с платиновым 300 рублей. Это обидненько достаточно даже. Хорошо, то вот так вот 4300. Запихиваем контрактисы. Глядим, что у нас в контрактисах. 12 тысяч рублей. Кстати. Ну, блять, ну как-то дал что-то типа. О, ровно на 5 логов ледяного феникса хватило. Давай тут поглядим. Ага, минус. 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 Плюс небольшой и минус. 9600 рублей. Ну, как будто бы, не знаю, давай вот так попробуем. Мало ли, 9600 нас окупит сейчас еще жестче. 2400. Ну, жадность фрая разгубила, как говорится. Ладно, что ж, давай кейс с подарками. Вот так вот. Потом мандаринки. Вот так вот. Ой-ой-ой, как плохо. 2100. Ну давай, пожалуйста. 400. Ну как-то дал что-то. Что-то плюнул. Ватсон Пав. Мужик, ты меня купал. Я надеюсь, и сейчас не купишь. Да, один кейс купил, кстати. И 400 рублей выпало. Боже ты мой, что это за говно? А апгрейды сегодня выйдут погулять или как они? Да ну нет, ну апгрейды это вообще тильт полный. Хорошо, ладно, фейерверк. Два кейсика. Кейсик мандарчинчики. Вот так. 1800 рублей, пожалуйста, контракт. Ну хоть ты сейчас не подведи в последнюю, в нужную минуту. 3800, ну пытается как-то типа бустит там, да. Тут MyCSGO открывает на дропе, тоже неплохо. Окей, того, 3 кейса хватает с подарками. Давай смотрим сюда. Это минус, а нет, 1700. А, кстати. 3700 даже упало, плюс 400 рублей с кейса. О, ход в рот сувенирный за 9600 нас там с тобой залетит. Кстати, это небольшой буст баланса, да. Хороший, я бы даже сказал, да, буст баланса. 4 кейса хватает? Нет, не хватает. Давай, ладно, 3 логова ледяного феникса, пожалуйста, подразбусти обратно семочку. Плюс, минус и плюс. Хорошо, 13 тысяч рублей это другой разговор. 13500 логова ледяного феникса. Тратится минус, плюс, да, ну такой хладнокровный из хорошего, и да, ну в принципе и все. Кстати, за счет хладнокровного мы мы окупили за счет этого парня, а просто обратно двадцаточку поставил. Спасибо тебе большое. Место преступления 7000 плюс 2700. Ой-ой-ой. Обратно до 3. Нет, не обратно, у нас не было сегодня с тобой 30 тысяч рублей. Это что такое, блядь? Вот нужно было больше. Окей, давай тогда 32 тысячи рублей того у нас с тобой на балансе. Давай тогда 3 просто черных. Черно-белых, точнее, черных говорю.
откроем Cyrex минус, Темный век минус и Темная вода, ну, небольшой плюсик, типа 31 тысяча рублей. Ну, ты меня не бустил же до этой суммы. А, блять, как теперь? Что я хочу вывести? Ну, непонятно. Давай, ладно, поношенное тогда дальше с тобой тратить, в принципе, почему бы и нет. Хорошо, смотрим сюда. Ножичек лор, который нас окупит, да? Пожалуйста. Ну да, 20 тысяч рублей, хорошо, пускай будет. Оставим его за двадцатку. Нож лор — это приятность. Хорошо, давай один раз фастом. 10 тысяч рублей, получим kill confirmed за 7. Понял, еще давай раз. Какая дань уважения? Это что? А где деньги? Тёма, ебаный в рот, что я сделал? Хорошо, давай сюда. Магический, на. На, говорит, просто возьми. А еще один, если... 500 рублей. Ну, 20 тысяч забирать с 10, как будто бы это не резон. Но ролик уже достаточно сильно подзатянулся, поэтому давай, ладно, последний контракт, 1100 рублей. И сделаем из этого ролика выход в следующий. Понятно, это еще и минус. Хорошо. Ладно, что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк. А так, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.